Телеканал КРТ представляє. Самая страшная беда любых грантоедов, соросят, украинских патриотов, профессиональных, борцов за свободу слова, за демократию является то, что они, допустим, добьются победы. Представляете, если в Украине наступит полная свобода слова, что будут делать профессиональные борцы за свободу слова, получающие за это деньги? Да, они будут сами создавать прецеденты или инциденты с зажимом свободы слова, чтобы опять бороться и чтобы получать за это деньги. И точно так же за демократию, за любые права. Представьте себе, что ЛГБТ-сообщество все взяло и уехало куда-нибудь в Канаду. А что делать грантоедам, которые борются за их права? Да они сами друг друга продырявят, чтобы заявиться, сделать каминг-аут и опять получать деньги на борьбу. Вы представляете, что будет с украинскими патриотами, если вдруг они возьмут, да и победят Россию? Представляете, они победили, России нет, деньги им не идут. Да они ее восстановят заново, чтобы опять с ней бороться. Они Путина восстановят, они его клонируют, водрузят и будут тыкать какому-нибудь очередному Трампу или Борису Джонсону. И говорят, вот он, ребята, бойтесь, вот он, дайте нам денег, иначе вы пропадете, если мы его не поборем. Вот же в чем весь идиотизм. И вот эта вся шушера, для которой, по большому счету, важна не Украина, а борьба за Украину, они этой страной руководят. Они продают, готовы ее продавать, они готовы подсаживать ее на долговую иглу, они готовы торговаться ею, превращать ее в какую-то неоколонию для каких-то совершенно новых геополитических экспериментов, только для того, чтобы им за это платили деньги. И они даже Украину продают под процентик. Вот они все распродадут, и я уверен, что им есть гарантия, что они уедут с наворованными, там будут жить. Не верите? Я вам показываю двух героев. Самый такой шикарный процесс. Это Сергей Лещенко и Мустафа Наем. Что эти люди сделали для Украины, кроме того, что подожгли Майдан? Но их держат грантоеды, держат как знак, как жупел, как флаг. Они ни за что. Один 600 тысяч получает, другой 300 тысяч гривен в месяц, работая один день. Один день в месяц, получая вот такие деньги. Но это же не потому, что денег жалко из бюджета, а Бог бы с ними. Это знак, это символ, это призыв ко всем остальным. Будете нам верно служить, будете выполнять то, что выполнили эти два болвана, вы получите то же самое. Ну ладно, не в Украине, мы вас вывезем. Вот этот Гончарук на самокате в шубе, дебил с немытым задом, да? Ведь по большому счету, от него какая задача? Продай, отдай все. Рябошапка такой же, отдай, продай, ничего поддерживать. И ты получишь возможность выехать к себе во Францию под Страсбург или куда там, куда, и там жить, а на комиссионные от распродажи своей родины. Эти люди, у которых нет Украины там в душе где-то, эти люди, которые не связывают свою жизнь с Украиной, несмотря на купленные квартиры там, у Алены Притулы одолженные и купленные, да? Они типа. Это всегда можно продать и выбросить. Для них символ тут распродать, отработать, засветиться, получить комиссионные, получить гарантии, что они смогут этими комиссионными там за бугром воспользоваться и уехать. Вот же в чем самое... Правят Украиной, как говорил Грушевский, те, кому она безразлична. И это вот клеймо, это бич. Это вот украинською мовою «тавро», яке нависло над нею.